Строительство Лесногородской школы началось в 2012 году. Компания «Трестмособлстрой номер 6» обещала открыть ее еще в 2015, но из-за финансовых проблем застройщик постоянно переносил сроки. Сейчас на объекте появился новый инвестор. Он должен завершить ремонтные работы и устранить все недоделки, которые оставила компания Сергея Самохина. Мы сейчас оформляем здание в том состоянии, в котором оно есть, в муниципальную собственность. И это нам позволяет привлекать уже нового подрядчика на те недоделки, которые не позволяют нам на сегодняшний день запустить это образовательное учреждение. Компанию, которую мы привлекаем, знает уже в Одинцовском районе. Она показала себя несколько раз с положительной точки зрения. Ни одного срока не было сорвано. На встрече с жителями и общественниками Андрей Иванов представил нового застройщика АСГ «Технострой». Он подчеркнул, что эта компания вызывает доверие и уже работает на нескольких объектах в районе. По словам Иванова, есть уверенность, что с приходом этого подрядчика срывов по срокам не будет. За 2 недели компания провела тщательный анализ всех проблемных точек. Наиболее крупные недоделки были выявлены в инженерных коммуникациях и системе противопожарной безопасности. Сейчас на объекте работает 67 сотрудников. Договорились с жителями постоянно контролировать ход работ. Этот график, он будет здесь висеть в штабе. Штаб работает ежедневно. Жители могут приходить, задавать вопросы, контактировать с ответственным человеком здесь на стройке. Жители ознакомились с графиком работ, согласно которому устранение всех недоделок завершится в июне, а к 1 июля новый подрядчик должен завершить все работы. В течение августа педагоги школы смогут переехать в новое здание и подготовиться к 1 сентября. Дарья Сутягина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».